Ритуала на цветущую степь, к богам степей. Ритуал делаем или на реальную степь весной, или на цветущие клумбы газона. Подходим, говорим заклятие после свою просьбу или желание. Самое сильное весной или при ярком солнце и ветре, или в реальной степи. Все получится. Шестой вариант на желание к Митре. Митра – бог солнца и воитель, ты справедливости везде искал, ее с мечом ты защищал. Но я не воевать тебя зову, взгляни на мой алтарь прекрасный, тюльпанами и маками покрыта степь, и в эту пору столь прекрасная, прекрасно мчать на диком жеребце. И я тебя прошу, ты в эту красоту, ты в эту пору, свой нрав смягчи и на меня взгляни, мое желание исполни и заклинаю. Митра – бог солнца, бог света, воин, он же судья в подземном мире душ вместе с Ахурамаздой, Рашной, который чисто судья, и с Раошем. Это боги зороастризма, самая верхушка, и судят светлые, а темные уже исполняют. Я не знаю, кто придумал, я уже говорила много раз, что зороастризм – это монорелигия, в ней богов полно. Как может быть монорелигия или дуализм? Как-то они вспоминают всегда Ахурамазду и Арихмана, а Митру с Рашну, с Раоша, Мах, куда они денут, я не знаю. И ту же Ашу, там богов и богинь полно просто. Какие они дуализм, религия. Это полноценная общая религия. И Митра, он борец за справедливости, он же бог богатства, он же солнце. А солнце, очень интересно, оно часто исполняет вдвойне. У богов солнца вот и богатство. Это, кстати, вот в гороскопе у солнца этого нету, а у богов солнца очень часто они выполняют, они очень близки к Тарану, а к аркану 19-му солнца они выполняют вдвойне, иногда втройне. То есть, ну, вы просите, скажем так, платье, вам может 3 прийти, ну, это образно, да, или телефон, вы просите там новый телефон, вы будете подряд просто покупать, или компьютер. Вот это очень характерно для богов солнца, они приращивают, и купив вот одну вещь, вы приращиваете себе вот именно это их свойство. Так что обращайтесь и просите. Митра резкий, как всякий воитель, но он же и бог богатства. А бог богатства это и он, в общем-то, не просто богатство, он бог бизнеса, наподобие Ганеша, и, естественно, более резкий. Бизнес, он вообще более резкий, чем просто бог богатства. Но он же и дает резкий толчок, так что обращайтесь. Чем красивее картина, более яркое солнце, ветер тут только усилит ритуал, он может быть, может не быть, он разносит фимиам, не играет роли, но вот солнце в степи вообще ветер. Но вот солнце, цветущее что-то или степь тут обязательно.